Всем привет! Привет! Гуляем сейчас берегами Вислы. Вот такая красота. Один мост прошли уже. Минут 20 идем от Вавельского дракона. Очень много людей на велосипедах, кстати. Очень много людей. И я так скажу, этим людям где-то под 60. Ну, прикольно. Молодая девушка, да? Проехала под 60. Нет, до этого четверо проехал людей. Ой, очень приятно. Смотри, вот река основная как бы идет, а вон как заливчик пошел. Да, и кстати, дальше. Приток такой. Даже не знаю, красиво. А мы идем в район Казимеш. Это, по-моему, хотим дойти мост пешком. Пилсудского, а дальше отца Бернатика. Нам нужен другой мост какой-то. Другой мост нам нужен. Вот. Кстати, классно, уже жарко, 27, а вчера просто заливало. Заливала таким ливнем, что где-то пару раз пропали, попали и промокли. О, вот, кстати, люди, которые мне понравились такие, ну не знаю, вообще очень спортивные. Не знаю, давай с ними перейдем. Нам нужно вот... Ага. Вот нам нужен следующий мост, вот этот серенький. Ну идемте. Ой, тут снова красота. Ну смотрите, ну я не знаю. Это Краков, это красиво. Так, ну, давай по переходу, наверное. Не будем нарушать. Таша кричит, идем-то на дороге. Но там никого не было. Перешли. Она посреди дороги снимает. Ты там что? Никого не было, ну серьезно. Но они все-таки ждали там, молодцы. Идем. Приятные люди. Ох, красота. Красота открывается везде. Если честно, я не люблю реки, в которых нельзя подойти и потрогать воду. Да, кстати, Висли мы не видели. А вон ступеньки есть, да, вон ступеньки. Так, ну нам на тот мост, да, пошли? Да. Нам к серому мосту. И скутеристы, и все сейчас вышли и гуляют. Не то, что вчера все в барах сидели. Кстати, увидели мы такие пакеты. Вот, странно. И Наташа говорит, это вода. Не, ну как бы собирается вода, наверное, и удержится. Вот, релай, чего-то там. Прикольно. Но там воды нет. Уже подходим к мосту. И, кстати, классно, что мы именно будем идти через этот мост. Смотрите, фигурки гимнастов. Мист отца Бернатика. Сейчас просто ближе еще подойдем, покажем. Ну, вообще классно. Прикольно. А знаете, что еще радует? В принципе, почти все достопримечательности, которые нужно обойти, они находятся в пешей доступности. Ну, вот от центра города, от нашего отеля. И мы еще не ездили вообще ни на каком транспорте, кроме такси из аэропорта. Что много мы вам уже показали. Смотрите наш канал обязательно. Ставьте лайки, комментируйте. Нам будет приятно. И, конечно же, вы увидите еще много всего. Ну что, подошли уже к этой красоте. Заходим на мост. Он оказывается пешеходным и велосипедным. Ух ты, красота какая. Ну, пошли. Идемте вперед с нами. А ветер дует, и фигуры покачиваются. Прикольно. Вообще шикарно, да? И балансирует. Да. Это мне нравится. Это прикольная задумка. Такой, как цирк Дю Солей. Кто такой отец Бернатик? Надо посмотреть. Может быть, он был действительно... Или покровитель цирков, или наоборот у него. А я не понимаю, это из бронзы, а одежда? Да ну из бронзы, это же тяжело, наверное, будет. Не, ну тоже. А вон дальше мост уже. Ой, замочечки, смотрите. Тоже как у нас мост любви в Киеве. Мы показывали, но Наташа считает, что зачем это все завешивать? Зачем? Я не люблю этого. Это мне неприятно, честно. Знаешь, когда повесила, она красивенькая. А сейчас она, если все ржавое.
Ну, кто-то фоткает, видимо, находит свой замочек. Наверное. Ты сейчас такой. Ты же мне клялся. Ты же мне клялась. Чуть не уехала. О, а какая-то вообще фигура моста, прямо же летает. С какого-то моста снимали, потому что он утяжеляет эти все. Ну, конечно. Они очень утяжеляют. Сколько это килограмма? Ну, посмотрите сейчас. А он открылся, да. Ой-ой-ой. Многовато. Вот прям сердечко. Да тут много сердечек. Кася и Славик. Прикольно. Ладно, Кася и Славик, будем надеяться, что вы все еще вместе. А вон со стульями. А, кстати, стулья это как бы отсылка к Казимежу. Но просто там точно такие же стулья стоят. Вот, друзья мои, такой тоже классный достопримечательность. И ветер просто их кувыркает, гоняет. Представляю, что вчера было, когда был дождь. Ну, это есть соседняя сторона, ну, как раз солнце будет светить. Поэтому. Ну, девушка, надеюсь, она нашла свой замочек. Все, уже выходим с того чудесного моста. Много фотографий сделали. Ну, красиво и оригинально придумали, действительно. А мы заходим в район Казимеш и ищем сейчас улицу Героев Гетто со стульями. Очень хочется там побывать и показать вам ее. Вот указатели нам показывают уже фабрика Шиндлера и площадь Героев Гетто. Вот туда, значит, нам. Туда? Да. Вот, народ, уже идем где-то минут 7-10. Улица называется Пивная. Даже свернули случайно, ну, на другую, на Жозефинскую. Но встретили женщину, она нам сказала, нет, вам нужно вернуться направо. Короче, мы правильно шли. Сказала, вот там важное место, нужно его увидеть. Мы говорим, да, мы как раз туда идем. Так что вот как раз туда идем. Вот, и мы выходим, сразу видно эту площадь Героев Гетто со стульями. Сейчас перейдем аккуратно, что машины ездят, и выйдем на эту площадь. Ну вот, друзья мои, это самое место, где люди ждали или расстрела, или своего отправления в Освенцим. Здесь написано на польском что-то. Ну, что во Вторую мировую войну это была площадь Гетто, где люди ждали своей участи. Евреи. Ну вот как раз возле площади газовая камера. И просто загоняли людей и пускали газ. Конечно, здесь сейчас открыто, чтобы, наверное, с людьми не случилась истерика. Здесь сейчас все открыто. Есть 3 окна. Да, просто жуть.
можете поставить на паузу и прочесть.